Я все никак не могу понять, что же будет после этой смены. Я не знаю, правда. И после всего, что произошло с нами, даже не хочу загадывать. Всем привет! Вы на канале DeevPlay, и сегодня мы будем продолжать проходить «Возвращение в «Совёнок». Рот Леночки, хорошая концовка. Не забываем пошлепать мой лайк, написать свой комментарий. Ну и погнали. Увы, позаботиться о себе я не догадался, поэтому как последний идиот тащился всю дорогу задом наперед. Через каждые 5 секунд осматривая дорожку за спиной на предмет наличия на пути шишек, камней, всего, на чем мог споткнуться и растянуться на полу. На земле. К тому же я еще и тащу это все. Нужно быть поаккуратнее. Путь обратно занял у нас почти полчаса. Несколько раз я все же спотыкался, но всякий раз в последний момент выкручивался в результате травм, жертв и поломок. В результате травм, жертв и поломок избежать удалось. Разместив стойки, поставив на них пульт, определив микшер и разделитель рядом на полу, мы проследовали к лавочкам, чтобы, наконец, хоть немного передохнуть. Что дальше по плану? Кружок, все. Будем надеяться, что Мику все еще здесь. Дверь мус-клуба открыта. И, кажется, хозяйка здесь же. Ребята, привет! Как вас много? Вы насчет вечера пришли, да? Нам нужны пластинки. Мы нынче ответственны за организацию дискотеки. Конечно, сейчас найдем. Кажется, почти все лежали на столе, сейчас остальные проверю. Пока Мику копошилась в углу, мы быстро вытащили все лежавшие на столе пластинки. Я повертел в руках одну из них. Между августом и декабрем. Ой, ты смотри, отсылки пошли. То бишь, осень? Мудреное название, ничего не скажешь. Интересно, что здесь есть еще? Ничего знакомого. А было бы неплохо услышать что-нибудь из старой школы. Каких-нибудь Скорпионс, Канзас хотя бы. Я же в стране советов, а вряд ли такое прокатит. Ладно, что там с Мику? Здесь, оказывается, все, которые есть. Ну что, вы идете? Нельзя задержаться на минутку. Я думала, вы спешите куда-то. Да, пожалуй, пойдем побыстрее. Распределив груз между собой, мы быстрым шагом всей процессией вышли из мус-клуба в сторону все той же площади. Вот и пластинки на месте. Будем надеяться, местные хулиганы не устроят атаку на эту партию. По крайней мере, половина известных мне местных хулиганов, вяло позевывая, ожидает следующих действий с моей стороны. И что же на сей раз? Вечер ждать? А больше и ничего. Остались какие-то незначительные мелочи. Подключить все провода в соответствии со схемой. Но для начала надо дать своим уставшим организмам небольшой отдых. Или лучше сходить на ужин. Желудок настаивал на последнем варианте, равно как и мозг напоминал. Голодному усталость чувствуется куда более явно. Пойдем в столовую? Я домой только забегу, хорошо? А зачем? Надо. Не хочешь, не говори. Буду ждать в столовой и займу место. Я мигом. Лена ушла в сторону своего домика, а я, поднявшись и сладко потянувшись, похрустев спиной и шеей, отправился к столовой. Золотые лучи закатного солнца заливали столовую с запада, создавая слегка темноватую, по-своему замечательную атмосферу предсумеречного настроения. Я быстро определил место у окна, придвинул свободный стул поближе к себе, положил на него ногу, дабы никто не занял его. и принялся за ужин. Булки и кефир. Неизменное фирменное блюдо местной столовой. Пожевывая булку, я кинул взглядом присутствующих в столовой. Алиса с Ульяной все так же прекрасно выделяются посреди остальной толпы пионеров, издаваемым ими шумом и размахивая всем, чем только можно. Кибернетики сидят в паре столов от меня. И что же им делать на танцах? А вот у дальнего окна Мику с задумчивым видом попивает кефир. Интересно, о чем могут думать девочки вроде нее? Стул под моей ногой зашевелился, кто-то решил составить мне компанию. Только вот кто-то меня не устраивает. Занято. Ладно, найду другой стол. Мог бы и голову поднять, настойчивым компаньоном оказалась Лена. Прости, не заметил. Ничего. Улыбнувшись, она забрала стул, с которого я поспешно снял ногу и, поправив юбку, аккуратно присела, пододвигая свою порцию к себе. Ну что, готов танцевать? С тобой, конечно. Кажется, она снова смутилась. Ну что за чудо? Галантно взяв булочку в руку, Лена уставилась куда-то в окно. А я смотрел на нее и думал. Неужели это правда? Неужели кому-то удалось претворить мою мечту в образ, от которого я просто не смогу уйти? Неужели этот кто-то, не знаю кто, но сейчас кажется, что он прекрасен душой, смог запихнуть в крохотное пространство этого лагеря все то, о чем я только мог мечтать. Лету, свободу от забот, эту удивительную пару. Когда ты еще почти ребенок, но понимаешь то, что стоит понимать и воплотить идеал моей любви в маленькой, беззащитной, стеснительной и до невозможности прекрасной пионерке. Кем бы он ни был, я благодарен ему до глубины души. Искренне благодарен за то, что он дал мне все это. «О чем ты все думаешь?» Не знаю, сколько секунд мне понадобилось, чтобы перейти из состояния мыслителя к состоянию действователя. Заглянуть ей в глаза и ответить, но когда я встретился с ней взглядами, она уже выглядела обиженной от ожидания. «А тебе?» Такой ответ вызвал более чем ожидаемую реакцию. Лена покраснела от смущения, так что галстук стал сливаться по цвету с ее лицом. Все время? О чем еще можно думать? Ты рядом, я думаю о тебе. Тебя нет рядом, тем более, как будто это что-то плохое. Да нет, конечно, просто я... Просто меня смущает то, что у меня есть парень, который любит меня, постоянно думает обо мне. И у меня все в порядке с логикой. Я едва удержался, чтобы не прыснуть. Я что-то не так говорю? Нет, все хорошо. Ты сама как? Настроена к танцам? Уже платье достала. Надеюсь на красивый вечер в твоей компании. Постараюсь не ударить в грязь лицом. Кажется, если мы и дальше хотим продолжать разговор, стоит доесть и вернуться к обсуждению уже за порогом столовой. Мы поняли это буквально в один момент. Так или иначе, и Лена, и я налегли на оставшиеся булки, дабы поскорее утолить голод и заняться последними приготовлениями. На площади уже другая бригада пионеров помладше заканчивала подготовку к танцевальной области... Подготовка танцевальной области к дискотеке, развешивая со стремянки гирлянды. Лена шла в двух шагах позади меня, любуясь размахом мероприятия. Да ёб твою мать. Боже! В сумерках это будет смотреться шикарно. Да. Завороженно прошептала она, осматриваясь. Все вокруг словно было насквозь пропитано этим тонким, едва уловимым ароматом ожидания действа, способного взбудоражить все и всех вокруг. По крайней мере, мы с Леной уже с нетерпением ждали начала самих танцев. Я все никак не могу понять, что же будет после этой смены? Она грустно вздохнула, опустив взгляд под ноги, словно пытаясь найти ответ на земле. Я не знаю, правда. И после всего, что произошло с нами, даже не хочу загадывать. Но ведь... Да, хочется знать, что дальше. Но если это никак не узнать... Почему ты так думаешь? А правда, почему? Да, этот мир приветливо молчалив одновременно, но никто не сказал, что ответы должны либо лежать на поверхности, либо отсутствовать вообще. Рассуждает такой известная ученая... Этого всего бы не было, человечество не выбралось бы из полнейшего невежества никогда. А значит, ответ на вопрос, что же здесь происходит, скрыт где-то глубоко. Быть может, в чаще леса, может быть, под старым лагерем, кто знает. А может, в той книге, что подсунул мне загадочный безликий пионер. Он точно что-то знает об этом. «Добрый вечер, Семен, Лена!» Вожатая буквально вынырнула из-за спины Лены. Что странно с учетом того, что последняя почти на голову ниже. «Я смотрю, вы отлично справились со своей работой!» От такой щедрой похвалы нашей вожатой рука сама потянулась отдать честь. «Всегда готов!» «Отлично, Семен, так держать!» До начала дискотеки еще час. Можете пока привести себя в порядок. Заняться чем-нибудь. Главное, чтобы через час были здесь. Ясно? Так точно. Вновь ответил я на боевой лад. Удачи вам. Я пойду прослежу за подготовкой. Она развернулась на носочках и продолжила обход лагеря. «Мне надо переодеться к вечеру», — бойко начала Лена, тут же споткнувшись о следующую мысль. «Не хочешь помочь?» «О, да!» «Почему нет?» — лукаво улыбнулся я. «Тогда пойдем быстрее». «И к чему бы это?» Пять минут, и мы на пороге ее домика. Проходи. Пока я пытался поудобнее пристроиться где-нибудь, вдруг стало как-то неуютно. Лена взяла со стола выглаженное чистое платье и стала снимать форму. В какой-то момент мне инстинктивно захотелось отвернуться, дабы не смущать девочку. Но с другой стороны, с чего бы? Видел уже все, что можно. Я залюбовался на ее стройненькую гладкую спинку, пока она снимала юбку и принялась одевать платье. «Держи!» Она протянула мне плечи платья, застегивающегося сзади. Мне понадобилось пара секунд, чтобы выйти из состояния оцепенения, и еще секунды 3 на то, чтобы понять, чего она хочет от меня. Этого было, конечно, недостаточно, чтобы переполнить чашу терпения Лены, но не думаю, что ей моя расторможенность нравится. Да, давай. Вот так. А теперь завязывай их. Когда я закончила, Лена пару раз одернула платье и повернулась ко мне. Ты прекрасна в нем. Спасибо. Ну что, на площадь или здесь немного посидим? Время еще есть. Давай побудем немного вдвоем. Я согласна. Ее милая улыбка растапливала мое бывшее таким холодным сердце, заставляя вновь и вновь поверить в чудо, поверить в то, что мое счастье здесь, передо мной, сидит, поглядывая на меня лукавым взглядом. Ты такая у меня хорошая, Лена. Я знаю. Она потянулась ко мне навстречу. Ее крохотные ладошки мягко легли на мои плечи, грудь соприкоснулась с моей. А в следующую секунду ее алые губки прильнули к моим губам. Наша вселенная вмиг сжалась до размеров этой комнаты. Только я и она есть в этом мире. Нет слов «важно», «нужно», нет понятия «время». Есть только мы, наши тела, наши чувства и наши мысли. Ничего кроме этого нет. Они чё, и потрахаться успели? Ой! Как-то я, наверное, не вовремя. Лена тотчас отпрянула от меня. На пороге стояла Мику, поглядывая на нас с виноватым видом. Мику, тебя стучаться не учили? Да я на секундочку забежать хотела, я же не думала. Кажется, Лена была очень недовольна произошедшим. Я снисходительно посмотрел на нее. Полноте, ну что взять с Мику? Лена, кажется, отделила ход моих мыслей. Отследила ход моих мыслей. Раздраженное выражение лица постепенно сошло на нет. Мику все еще топталась на пороге, мялась и кидала на нас косые взгляды. Ну что ты стоишь, ты же зачем-то пришла? Да, я вот... Судя по всему, от шока она даже утратила свою коронную способность. Говори. Мы с Леной переглянулись, а затем расхохотались в полный голос. Ты только не обижайся на нее, что с ней поделать? Было бы на что обижаться. Вдоволь посмеявшись, Лена глянула на часы, стоявшие на столе. 9. Нам пора. На бал? Идем быстрее, без нас начнут. Она нежно взяла меня под руку. Это уже давно из чего-то сверхъестественного стало для меня самим собой разумеющимся. На площади все было готово к самому таинственному моменту. Гирлянды, украшающие деревья, сейчас вспыхнут всеми цветами радуг. Колонки молчат, но вот-вот из них польется музыка. Ну что, может... Подожди, еще не началось же. Я все прекрасно знаю. Разыграю галантнейшего кавалера. Главное, четко выдержанный момент. Сейчас... Площадь озарилась разноцветными огоньками. По толпе прошел приглушенный шум. Я припал на одно колено перед ней, протягивая свою руку. «Разрешите пригласить вас на танец». Лукаво, словно залихватские ловела со времен Пушкина, по крайней мере, примерно так я их себе представляю. «Вы так милы, сударь!» А в следующую секунду из колонок зазвучала музыка. Нет, не советская эстрадная попса, не гимн СССР, не песни Кобзона или Пугачевой. Это была медленная, но до мурашек красивая мелодия. Едва приглушенный чистый звук электрогитары. Мерная ударная партия. Прекрасная мелодия для танца, как ни крути. И мы закружились с ней в медленном вальсе. Все вокруг лишь стояли и смотрели на двух смелых пионеров, первыми вышедших танцевать, наплевав на все вокруг. Я обхватываю ее талию. Она кладет руки на мои плечи. Шаг за шагом мы легко, как мотыльки, кружились в вечернем танце, опьяненные музыкой, ночной прохладой и друг другом. Опять и опять, словно одни на лесной поляне, на далеком островке посреди речки. Где угодно. Никто не мешает нам. Да и что может сейчас помешать? В сумерках она выглядит еще более прекрасной. Не знаю почему, но это так. Быть может, я уже настолько охмелен от всей этой чудесной атмосферы, может, просто удивительная и непонятная... но столь красивая игра света. Но так или иначе, эта худенькая, маленькая, беззащитная и до невозможности милая пионерка сейчас кружится в вальсе именно со мной. Она моя. все, что требуется от меня, ни в коем случае. Никогда ни за что не отпускать ее. Не прекращайте этот восхитительный танец нашей любви на площади, что именуется жизнью под музыку, называемую чувствами. Гитарный перебой диктует такт. Сердце бьется в унисон. А ее дыхание, согревающее шею так близко, тоже подстраивается под ритм этой мелодии. Прекрасное время, прекрасное место, прекрасные чувства. Ощущение от смешения этого всего в один коктейль. Только что выпитый мной до дна не сравнить ни с чем. Не описать обычными словами, не показать на экране и даже не сыграть на чем бы то ни было. Кажется, это и есть счастье. Если это оно, оно превосходит все мои ожидания. Мелодия тем временем стихает, заиграла другая. Более спокойная, размеренная, но от этого не менее красивая. Лена же словно задвигалась энергичнее, ей явно нравится. Да, подобные меланхоличные нотки не могут быть ни в ее вкусе. А я все так же продолжаю слабо обнимать мою любимую пионерку, танцуя так, словно никто не видит нас, словно никого нет вокруг. И душа подыгрывает музыке на всех инструментах, подпевает, пускай мелодия и без слов. Все то, что не в силах произнести вслух. Но вот и эта мелодия стихает. Ну а мы на этом будем заканчивать выпуск. Всем спасибо за просмотр и всем пока.